Всем привет, с вами Вульф, и сегодня я продолжаю проходить игру GTA 5. В прошлой серии, как вы помните, мы выполнили задание ограбления Мэри Уэзер. Забрали это экспериментальное ядерное орудие, но нам пришлось его вернуть по просьбе Майкла. Также в прошлой серии мы закончили с серией заданий у Беверли. Мы убили его, потому что он нам не захотел платить деньги. И, ребят, самая лучшая поддержка будет для меня, это, конечно же, ваши лайки и подписки на канал. Едем на задание ФРБ сегодня. Я еще не в ту сторону поехал, я молодец, как всегда. Ну, в принципе, больше доступных заданий нету, ну, за исключением, наверное, только дополнительных, я так думаю. Поэтому на задание ФРБ мы едем. Сразу говорю, что я, скорее всего, уже дополнительные задания буду очень-очень мало, ребята, выполнять. Или вообще не буду выполнять, потому что, честно говоря, я уже в начале прохождения навыполнялся этих... Нихера себе. Навыполнялся этих заданий дополнительных. А куда моя тачка улетела? Черт возьми, где она? Машина, вон она, я через лобовое стекло вылетел. Ладно. Ух, нихрена себе. Какие у тебя порезы. Трога, что ли, я не знаю, ребят, что это такое. Да пошел ты. Тебе врезать, чувак. Пошел нафиг. Все, садимся в свою тачку и едем, наконец-то, до задания ФРБ. Ух, они сейчас нам люлей-то вломят за то, что мы провалили задание. Я скорее всего, думаю, что будет так. Ну, сейчас посмотрим. Ну, спасибо они нам уж точно не скажут. Я так полагаю. Сейчас мы это как раз-таки, ребята, и проверим. Нам предстоит это сделать. Да что ж вы едете? Прям передо мной, ублюдки. Самое время. What's happening? Что происходит? Да ладно, чувак. Ну. Если нашли украденную вещь, то можете... Так, ага, я его догнал. И возвращаем. Давай быстрее, чувак. За мной копы едут. Придурок. Все? Ты придурок, нет? Задание-то я хоть это выполнил, статистика, ну-ка. Да, одно задание выполнил. Хорошо, я просто подошел, он ничего мне не сказал. Сказал, что только зачем его было убивать. Так, все, поехали поскорее, что-то я останавливаюсь и выполняю ненужные задания. Совершенно, ребятки, ненужные на самом деле. Можно и без их выполнения спокойно обойтись. Так, ладно, поехали вот здесь. Я не знаю, где короче будет проехать. По мосту или под мостом. Давайте попробуем под мостом проехаться. Как у нас это получится, интересно. Побыстрее проехать под мостом или все-таки на мосте будет побыстрее проехать. Сейчас посмотрим, ребят. Мне кажется, если бы я ехал на мосте, то я бы быстрее доехал до задания ФРБ. Ну, не знаю. Как я лихач-то, да? Так, ладненько, ребят. В общем, я нашел русификатор на Биошок первый. Сейчас буду скачивать и устанавливать, соответственно. Думаю, скорее всего, пару серий запишу. Так, чтобы хотя бы уже хотя бы начать прохождение. Потому что все-таки обещал довольно давно. И никак не могу начать. Потому что прохожу на самом деле очень длинные игры. GTA 5 и Ведьмак 3, как вы, наверное, понимаете. Эти игры очень длинные. И уж надо хотя бы какую-нибудь третью игру начать проходить. Чтобы разнообразить прохождение на канале. А то только две игры очень длинные выходят пока что. Ну, прохождение по ним.
Так, ну что, ребят, что у вас за, там за разборочки такие? Я приехал, в общем-то. Блиц игра. Да-да-да, он не обрадовался. Ну что вам опять, ребят? Твою мать. По-хорошему продажи, это как? That's how they get paid. It's a major problem. And now they've secured some funds that we need to use in our fight against crime as a way of bribing corrupt officials. Really? And where are they getting that from? Drugs. Those bastards love to sell drugs. Who doesn't? Наркотой, ну ясно. We think they're gonna use this money to На этом-то можно, я думаю, денег много заработать, но мы этим заниматься не будем. The bombs are leaving the terminal in an armored car. Yeah, fuck you, Dave. We don't have time to prepare the right way. It's not my concern. I cannot allocate any more resources to this. You'll be fine. Fuck you, Dave. Nice work, Slick. We're gonna be doing pat downs at the airport before those fucking clowns are done with us. You know, fuck you. Да, Майкл, хватит ты мою жопу лизать. Now how the fuck we gonna get this done? I don't know. I got it. Classic blitz play. It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles. Trash truck the block, tow truck sack. Мусоровоз и эвакуатор, говоришь, да? Хорошо. These are the kind of agency men that don't carry a panic button with them. They are. We deal with them. Ну да, тревожная кнопка — это нехорошо. If and motherfucking we. I will keep my eyes peeled, General. Та-та-та-та. Ладно. Thank you, Michael. Hey, no problem. No, really. Ладно, садимся. Покиньте сектор. Хорошо, погнали. Покидать сектор. А, ну, в общем-то, я покинул сектор. Я так понимаю. Нет, еще не покинул. Ну, задание пока мне никакого нового не дают. Новый контакт, Дэйв. Дэйв Нортон. Так, ну что? Где задание? Конференц-связь. Комбинезон и маски, говоришь? Мусоровоз, возьми его в Mirror Park. А рядом с ним есть автомастерская, где можно взять эвакуатор. Хорошо, понял. Еще быстро не вызывающую машину, говорит, надо найти. Ага, и чтобы дорога для отхода была чиста. Хорошо, понял. Все сделаю, все будет как нужно. Все будет в лучшем виде, как говорится. Подготовительные задания доступны в HC. Также вам необходим транспорт для отхода. А вот этот вот транспорт не подойдет. В принципе, я могу купить в интернете машины, но у меня 85 тысяч долларов, этого точно не хватит. Так, ну давай, вроде бы такая спортивная тачка, такая быстренькая, вроде бы, нет? Годится-то хоть тачка? О, Нилы! Брат О'Нил! Фак ю, мэн! Воу, воу, воу! You're the guy stealing contracts. Вот это транспортное средство можно использовать для отхода с места преступления, кстати говоря, ребят. Brothers, they needed culling. Если что. Aren't we all? Пройдите мусоровоз. Вы что, охренели, что ли? Придурок! Вот идиот, а! Че он сделал? Он своего, что ли, сбил? Пошли вы! Сакер, сам ты сакер, понял? Отгоните мусоровоз на участок ФРБ. Да, ребят, мы украдываем мусоровоз. В игре GTA 5. Я по-прежнему с вами, ваш Вульф. Украсть мусоровоз, это ж надо додуматься, ребят. Ладно. Но он нам нужен, ребят, для задания, поэтому почему бы и нет. Эти пидорасы до сих пор за мной гонятся. Вы посмотрите, какие назойливые ублюдки, а. Назойливые скотины. Так,
ладненько. Кстати, за спортивной машиной надо будет потом вернуться. Потому что без нее никак, если честно. Она очень сильно понадобится. Можно вот этот вот Ford Mustang взять. Я так понимаю, то, что это Ford Mustang, может быть и не он. Он не он. Честно говоря, в машинах не особо разбираюсь. Никогда не интересовался ими. Ну, точнее, интересовался, только, наверное, в маленьком возрасте. Мне нравились такие быстрые машины, такие дорогие быстрые машины, скажем так. Сейчас я не интересуюсь машинами как-то особо. Также я раньше, когда был маленький, интересовался футболом. То есть покупал всякие журналы с наклейками. Смотрел все время футбол, сам играл в футбол. Сейчас мне не нравится, если честно. Ну, как сказать, не нравится. Просто надоело смотреть футбол и следить за этим спортом. Просто он мне, можно сказать, даже занравился. Если можно так выразиться. Сейчас другие интересы. Например, качалочка дорогая. Так обратился, дорогая, как будто она моя жена, знаете, ребят. Ладно, неважно. Вы не слышали, что я сказал, ребят. Конференц-связь. Чё опять? Ну чё опять вам надо? Sanitation truck's there now, so don't you bother. Вот это транспортное место можно, кстати, ну, средство можно использовать для отхода с места преступления, ребят, если что, тоже. Ну, довольно быстрый джипан. Четырехместный. Как раз-таки для нас. Как раз для отхода с места преступления. Довольно быстренький джипанчик. Можно было, конечно, купить в интернете тачку, но там очень дорого все, ребят. Я просто записывал эту серию, но у меня не получилось этого сделать. Меня там отвлекли, я решил, что я перезапишу. Спокойно сяду и запишу серию. Точнее, перезапишу ее. Вот. Так, нам по прямой. Как-то тут все запутано. Так, теперь сюда. Хорошо, теперь сюда и... куда-то вот сюда, что ли? Что-то я запутался, ребят, честно говоря. Ну ладно, так, 700 метров, тем не менее. Мне надо ехать. Осталось мне ехать. В общем-то... Эх, ребят, не терпится, не терпится поиграть уже в новые игры. Точнее, не в новые игры, а в игры, которые я буду проходить. После Ведьмака 3 и после GTA 5. Потому что, вот, допустим, GTA 5, насколько я помню, я с середины апреля прохожу. Так, пройдите эвакуатор. Ну, хорошо. Расплюнуть. Пока, чувак. Отгоните эвакуатор на участок ФРБ. Замечательно, я еще дверь сломал. Как я умудрился, Тревор? Точнее, как ты умудрился? Я тут при чем? Ты меня в эти дела не ввязывай! Я-то тут при чем? Как ты умудрился дверь сломать, ты мне скажи, пожалуйста. Так, ну давай, проезжай быстрее. Кусок дерьма. Так, 20 с лишним километра, черт возьми, это долго. Сейчас все подготовительные задания к ограблению мы выполним. Прям как в GTA Online, там тоже всякие подготовительные задания надо выполнять. Чтобы потом ограбить. Честно говоря, меня как-то не вштырила вот эта вот вещь с ограблениями. Вот с онлайн-частью. Чё-то за... Бля, он за мной едет! Шоу вон! Ну, короче говоря, онлайн-часть GTA 5 меня как-то не вштырила она, на самом деле. Мне не особо нравится играть в GTA Online. Пипец, из-за этого... Говноед, мне еще от копов надо отрываться. Ребят, 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 отвалите. Отвалите, мне от копов надо отрываться. Ну дайте от копов оторваться-то, черт возьми. Перекрасить я это транспортное средство не смогу. Все, что ли, отвалили, я надеюсь. Две копуские тачки за мной гонятся. Все. Они отвалить должны были от меня. Да твою мать, сволочи. Вы отвалите уже или нет? Еще копуская тачка.
теперь они с другой стороны. Ну, блин, вот этого мне еще не хватало, от копов отрываться. Я че, виноват, что за мной этот старый хрыч поехал, блин? Вообще охеревший. Ну, хотя он прав, в принципе, я спер его эвакуатор. Он этим на жизнь зарабатывает. Тем, что эвакуирует машины. А я у него взял и спер эвакуатор. Какой-то ненормальный псих, чертов, блин. В принципе, есть за что хотеть меня убить. Есть за что, ребятки. Так, ну мы уже скоро доедем. Как-то слишком долго на этом эвакуаторе ехать. До места назначения. Кстати, ребят, кому интересно, я накопил половину суммы на веб-камеру. Я не помню, говорил я это или нет, но, в общем, накопил половину суммы. Думаю, еще чуть-чуть я накоплю. Она на самом деле не очень дорогая, 5000 рублей стоит. Ну, я хочу купить нормальную. Я это говорю, конечно, в подкасте, но скажу еще раз. В общем, хочется купить нормальную все-таки. Чтобы надолго хватило, чтобы качество картинки было соответствующей цене. Это транспортное средство не отходится. Не годится для отхода с места преступления. Это я понимаю. Сейчас, погоди, а вот эту вот тачку. Как насчет вот этой тачки? Давай ее сопрем. Подожди, вот это вот точно подойдет. Я уже запутался в словах. Записываю вечером. Вот это транспортное средство, кстати говоря, подходит. Если что. Так, ну что, погнали. В тихом месте надо спрятать, да? Позвоните Майклу и выберите в меню пункт какой-то там. Ладно, хорошо, в тихом месте. Блин, я не знаю, что за тихое место ты имеешь в виду. Но это не тихое место уж точно. Повсюду люди. Вот это тихое место, я думаю. Здесь можно оставить транспорт для отхода. Хорошо, Майкл. Контакты. Майкл Таули. Пометить координаты транспорта. Здесь заберете его, ребят, для отхода. We have a getaway vehicle ready and waiting. Good work, T. Where'd you put it? Cypress Flats. Ну все, готово. Теперь надо еще точку какую-нибудь забрать. Задание выполнено. Это замечательно. Только мне надо сейчас машинку, ребят, забрать какую-нибудь любую. Не обязательно гоночную. Мы уже гоночную тачку доставили. Майкл ее заберет. Ну и пускай, ребятки, забирает. Так. Я еще отсюда не выберусь. Ну дайте, блин, выбраться. Вот почему? Почему я не могу этого сделать? А, погодите, могу. Вот, вот сюда. Давай, выбирайся. Did you lose a very big bet? Ух, ни хрена себе! Баллотс или кто это? Кто на меня напал? Как их много-то. Ну ваш жопу, ребят. Я пошел на задание. На подготовление к ограблению я пошел, в общем-то. Ух, вроде оторвались. Ну и слава богу. Что-то я заметил, что я давно одежду никакую не покупал главным персонажем этой игры. Не знаю, почему не особо меня вштыривает шляться по каким-нибудь бутикам или магазинам для одежды. Так, вот задание, где-то здесь.
Купите 3 комбинезона. А, нам же нужно комбинезончики купить. Так, хорошо. Подожди. А, вот. Здесь же комбинезоны. Синий комбинезон. Так, серый, ага, коричневый. Вот они, комбинезоны. Так, Майкл и Франклин. Готово. Выйдите из эмунации. Конечно, все готово. И последнее задание. Спецовки, задание выполнено. Это хорошо. Последнее, ребятки, задание на сегодня. Это, я не знаю, что за задание на самом деле. Ну да, это, естественно, задание ФРБ. Что там нам осталось сделать? В общем, он звонит Майклу и Франклину, как обычно. Конференц-связь. Комбинезон можно вычеркнуть из списка покупок. Это хорошо. Это очень хорошо, Тревор. Сейчас мы едем за последним подготовительным заданием. Едем его выполнять, соответственно. Можно, кстати, вот этот тут байк стырить, но я не хочу, просто потому что на меня копы нападут. Просто потому что, ребятки, копы нападут, и их, от них потом еще отрываться 100 лет. Даже если у тебя есть одна звезда, на тебя копы будут только так нападать. Да что ж за сраная пробка, этот придурок на встречку выехал. Вообще красавец просто. Зачем так делать? Просто взял, помешал движению. Я, понимаешь, обгоняю по встречке, а он взял на встречку выехал, черт возьми. Хотя я сам, кстати говоря, сейчас на встречку выехал. Это же GTA. Управляю как хочу, паркуюсь как хочу, убиваю как хочу и кражу, и краду что хочу. Вкратце о GTA 5. Геймплей, да? Вкратце о геймплее. Так, эти копы не по моей душе, я надеюсь. Вроде бы нет. Они за кем-то другим поехали. Ну, тут повсюду какие-нибудь разборки, как всегда. И вроде бы копы приехали не по мою душу. Так, ну что ж, последние, ребятки, задания на сегодня. Погнали посмотрим. Так, ну, конечно, я молодец. Заехал на пешеходную зону. What the fuck? Что за нафиг? Говорит. Так, маски надо купить. Все, я понял, что от меня хотят. Купить 3 маски. Сейчас, ребятки, посмотрим. Маска Джейсона. Круто. Маска рестлера. Вот для Майкла Пиги-Пиги, я думаю, подойдет. А вот для Тревора курящий шимпанзе. Вот Пиги-Пиги для Майкла. Пиги-Пиги. Для Франклина какая-нибудь маска Джейсона, не знаю, подойдет. Все, готово, в общем-то. Звони в конференц-связь. Я думаю, Майклу понравится масочка, которую я ему купил. Пиги-пиги, да? Пиги-пиги-пиги-пиги. Выполнено маски. Все, ребятки, на этом я закончу. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.